Здравствуйте, меня зовут Петренко Ксения, и я хочу рассказать вам о книге Маргарет Митчелл «Унесённые ветром». Недавно я прочла эту книгу и хочу сказать вот что. Эта книга научила меня оставаться сильной даже в самые трудные моменты в жизни, преодолевать трудности по мере их поступления, всегда идти к своей цели. «Унесённые ветром» подарили мне несколько часов радости, грусти, новых знаний. Я даже думаю, если прочесть эту книгу еще раз, можно почерпнуть для себя много нового, интересного.